Красноярцы спасли кота с помощью веревки и масла. Животное провалилось в технологическую щель между шахтой лифта и стеной. Как мы сюда? Вон там вон кот. Девушка, фонарь. Вот его надо достать, я не знаю как. Спецоперация проходила на Вербной 6. Попавший в западню кот разбудил жильцов криками. Животное угодило в щель, сползло на 2 этажа и застряло между стенами. Люди вызвали волонтеров-спасателей. Вытащить веревкой его не получалось, кот мог удавиться. Пришлось разобрать часть стены, подсунуть под него опору, облить кота и все поверхности маслом. Только так обессиленное животное удалось вытянуть. Причем, почувствовав свободу, кот сам рвался навстречу зоозащитникам. Сейчас он в клинике, есть шанс, что пойдет на поправку.